نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجميع وراته. Благодарим Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, что вместе нас собрал в самом лучшем своем дне, в пятницу, в самом лучшем месте, в своем доме. Альхамдулилля, да великий милость Аллаха Субхану ва Тааля. Почему мы всегда это напоминаем, благодарим Аллаха Субхану ва Тааля? Потому что если, как говорят ученые, если человек благодарит за милость, которую Аллах Субхану ва Тааля ему дал, а более высшей милости, чем хидая, чем прямого пути, не существует. Это не купить не за золото, не за серебро. Это прямой путь к довольству Аллаха Субхану ва Тааля, не только в рай. Это великая милость. Если человек благодарит Аллаха Субхану ва Тааля за эту милость и чувствует ее сердцем, то, что сейчас сидишь в учитель, альхамдулилля, мог бы оказаться в другом месте, мог бы быть заблудшим, мог бы поклоняться идолам или еще поклоняться какому-то там животному или еще чему-то. Но ты поклоняешься Аллаху Субхану ва Тааля, ты сидишь в доме Аллаха Субхану ва Тааля, ты милость, ты стащи'аль фил-кальб, чувствуешь это сердцем и благодаришь это за это Аллаху Субхану ва Тааля, юдим Аллах. Аллах Субхану ва Тааля сделает эту милость продолжительной. Потому что никто не знает, на чем он покидает эту жизнь. Как сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, юмси абд кафиран фаюсбиху, фаюмси абд муминан фаюмси кафиран. أو يمسي كافرا فيصبح مؤمنا فأو يمسي مؤمنا فيصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. То есть бывает перед судным днем люди будут заблуждаться, будут брать себе ученых, заблуждать людей, будут сбиваться с прямого пути, будут вечером засыпать верующими, а просыпаться неверующими. Или наоборот, рассвет встречать верующим, а засыпать неверующим. И будет продавать свою религию, свою набожность, богобоязнь за мелочи этой жизни. И отсюда человек понимает, что аль-хидая би-иллях, то, что прямой путь в руках Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля кого пожелает наставить, поэтому больше всего просил пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям дуа: «Аллахумма я мукаллиб аль-кулуб, саббит калби аля диник». О Аллах, о переворачивающий сердца людей, укрепи мое сердце на твоей религии. Тогда Аиша рада Аллаху анха спросила: «Ва тахша аля нафсика я расулуллах?» То есть ты боишься посланника Аллаха за себя, ты призываешь людей к Аллаху Субхану ва Тааля. Ты призываешь людей к поклонению Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Ты посланник Аллаха, и ты боишься, что Аллах твое сердце не укрепит на его религии. То есть если твое сердце не укрепит, чье сердце укрепит? А что сказал на Идрика и Аиша: «Фаинна кулуб аль-ибад байна усбуайни мин асабиъ ар-рахман нукаллибуха кайфа яша». Откуда тебе дано знать, Аиша? Поистине сердца людей прижат к Аллаху Субхану ва Тааля. Аллах в Коране: «Валлаху яхулу байна аль-мар'и ва кальби». Состояние между душой, между сердцем человека и человеком, вот он сердце вот нас, но это состояние принадлежит Аллаху Субхану ва Тааля. И как пожелает он, переворачивает сердца людей. Поэтому, если мы будем благодарить Аллаху Субхану ва Тааля за милость, которую он нам даровал, эта милость будет продолжительной, и еще больше Аллах Субхану ва Тааля даст. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Как тубля зиля ляку». Если будете благодарны мне, еще больше дам. То есть Аллах Субхану даст возможность в следующую пятницу прийти, даст возможность на утреннюю молитву встать, даст возможность получить знания, которые нам необходимы в религии, в нашей религии. Поэтому мы должны благодарить Аллаха Субхану ва Тааля. Иногда мы забываем об этом, субханаллах. Забываем, альхамдулиллях, мы мусульмане, но забываем, а если так посидеть наедине, подумать, какая великая милость то, что ты мусульманин, какая великая милость то, что ты единоборец, какая милость то, что ты поклоняешь Аллаху Субхану ва Тааля, какая великая милость то, что ты не любишь харам, то, что ты не любишь дурь, притеснение, ты не любишь многобожие. Альхамдулиллях, это великая милость Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах пожелал, и мы должны благодарить за это Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. «Валяй кафартум инна азаби ля шадид». Также Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: если вы будете неблагодарны, то тогда увидите мое наказание. Увидите, как говорили Хасан аль-Басри: «Я, когда Аллах Субхану меня испытывает, я благодарю Аллаха Субхану ва Тааля, то, что самое великое, за что когда приходит испытание, это тяжело становится человеку, у кого-то близкий погиб, у кого-то проблемы в бизнесе и так далее. Но однако я благодарю Аллаха Субхану ва Тааля, то, что Аллах меня не испытал в моей религии. То, что Аллах Субхану ва Тааля не сделал так, то, что сегодня я проснулся, я оставил астагфирулла молитву. Аллах не сделал так, то, что я наступил весь Рамадан, все постятся, а я не пощутся. Альхамдулилля». Вот за это нужно благодарить Аллаха Субхану ва Тааля.